бы мне тогда сказали, где сотру свои пятки, о чем буду писать в своих песнях, я бы сказал, не гоните, ребятки. Если бы мне такое сказали в Лунинецком лицее, пацану жизненной целью изменился в лице я. Я задолбался строить планы, они не сбываются никогда. Обычно просто случайность такова, моя злая природа. Все, что хотим, происходит не сразу, а когда приходит, уже не прикольно. Не было головы раньше, сейчас тем более. Стань моей жизнью такой.